Еженедельно представители группы по развитию потребительского рынка Комитета по экономике и инвестиционной политике администрации НГО, полиции, межрегионального управления номер 31 ФМБА России и Управления защиты от чрезвычайных ситуаций выходят в 3 рейда. На минувшей неделе проверили торговые объекты в Привокзальном и Южном районах. Всего штата. 6 продавцов, 2 администратора. Сколько вакцинированных из них? Все. Все вакцинированы. Специалисты группы мониторинга отмечают, что в торговых центрах достаточно дисциплинированно соблюдают требования. Наличие СИЗов, обработка кассовых зон и помещений, журналы проверки температуры. Что касается ношения масок, то тут встречаются нарушения. Еще одно из нарушений, которому уделяют большое внимание и требуют его устранить, это полное соблюдение санитарных норм в киосках, которые оказывают услуги питания. Проверка сотового газа и ромовая деталь администрации города. Отметим, что вопрос соблюдения всех норм эпидбезопасности на объектах потребительского рынка, магазинах и торговых центрах, в общественном транспорте стоит на личном контроле главы Вячеслава Тюменцева. Следующий рейд мониторинговой группы намечен уже на этот вторник, 15 февраля. Ольга Поморцева, Мария Антонова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания.